Приветствую, дорогие друзья, всех на моем канале. Давайте посмотрим послание духов предков сегодня, 14 числа. Ищем карту предков. Вот она, карта предков. Это послание не на сегодня, это помощь в дальнейшем, в настоящем, напоминание прошлого. Каждой поймет, кому нужно смотреть эти расклады. Кому-то, кого-то в семье какая-то есть. Есть какой-то завистник, недоброжелатель. Кому-то нужно очищать свое пространство. Метла и карта сеть, как снимать паутину. Ступени вверх, Бог Отец. Смотрите, здесь говорят, что препятствия есть. Препятствия благодаря черным делам. Ну, скорее, какой-то вот змеи. На остановку, на бедность. Как будто бы сделано нам на бедность. Что были препятствия. Дом. Надо потрудиться, какой-то ключик подобрать, как в доме. В доме какая-то кража, кармическая какая-то ситуация. Знаете, как будто хотят забрать ваше, а вас оставить вот в бедности. У кого-то, для кого-то это проиграется. Кому-то эта информация нужна. Всего вам доброго. До следующих видео.